Всем привет, друзья! Вы на канале Bob GTX. И, ребята, сегодня вам расскажу некоторые новости от разработчиков, идеи для новых Bloodline'ов. Плюс, ребят, покажу вам, что у нас в магазине. Интересно, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и погнали! Стартуем! Итак, ребята, вот вам магазин, который сейчас у нас спавнится. 2 часа осталось. Barumaki Gold, Ruiji и Minakase. До этого был у нас, по-моему, Ruiji Platinum и был еще Shendaika, Shendai Rengoku точно был. И еще какой-то один крутой Bloodline, потому что все Bloodline, которые у нас теперь крутятся каждые 2 часа, очень крутые. Если ты еще не видел магазина, залетай, посмотри. Итак, ребята, а по поводу идей, то, что нам бросают наши фанаты разработчикам, тут куча Bloodline. У нас скоро уже Хэллоуин. Вторая часть, еще Bloodline в субботу у нас выйдут. Смотрите, сколько разных тут люди предлагают. Но я обратил внимание на один из этих Bloodline, которые, может быть, когда-то даже могут и добавить в игру, потому что очень сильно он расписан. Вот такая картиночка, я думаю, неплохая. Это у нас, ребята, Spartan Bloodline. Bloodline Спартанец, или как-то так. Спартанская родословная в переводе. Первое движение. Гнев Спартана бросает копье. Короче, называется гнев спартанца, наверное, потому что как-то оно странно переводит. Он бросает одно копье. Затем наносит удары по врагу. Вторым ходом, это у нас второе движение. Кровавая ванна. Бросает 2 копья, ребята, чтобы бросить копье в бомбу. Третий ход, падшее королевство. Вызывает 3 спартанца, которые атакуют врага, затем игрок может разыграть любого ядзюцу, которое пожелает. В принципе, этот уже Bloodline полностью готов для разработчиков, только надо его немного доработать, и все. Кто-то очень круто расписал, прям по всем скиллам, по всем движениям. Также внизу вот написал CS-пэк, это у нас на CS-шку, это уже у нас мод. Шлем и красная накидка с золотым копьем. С движением вызывает зажигающие копья, слишком оглушающие врага. На Q он, наверное, телепорт, находится позади врага и вонзает копье в него в тело, нанося 20 тысяч урона. И даже на E есть у нас удар, бросает громовые копья. Офигеть, ну чувак вообще молодец, вот этот что придумал, потому что вот этот Bloodline реально был бы очень крутой, если бы у нас был мод. Шлем, красная накидка, золотое копье, еще какое-то интересное свечение, плюс вот такие удары, которые полностью, ну, описал фанат нашим разработчикам. Я думаю, что в этом Bloodline может быть еще жизнь. Так что, ребята, если вам понравился такой бы Bloodline, напишите обязательно об этом в комментариях, потому что лично мне Bloodline спартанца, мне кажется, был бы в тему уже в этой игре. А на сегодня все, ребята, всем удачи, всем пока.